Корабли-новички, недавно принятые в корабельный состав Черноморского флота, по одному направляются в Средиземное море, в зону действия специальной военно-морской группировки России у берегов Сирии. Совсем недавно в сопровождении специального буксирного судна профессор Николай Муру в Средиземное море ушел новейший минный тральщик Иван Антонов, а вчера Босфором проследовал очень красивый, на мой взгляд, новый патрульный корабль класса Дмитрий Быков ПК Дмитрий Рогачев. Корабли Дмитрий Быков и Дмитрий Рогачев относятся к патрульным кораблям проекта 22-160 и представляют собой новое направление в российском военном судостроении. Корабли модульного типа, предназначены для действий в дальней морской зоне. Это несение пограничной патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирование 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечение контрабандной и пиратской деятельности, поиск и оказание помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранение кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника в военное время, а также операции в дальнем морском и океанских зонах. Желаю приятного просмотра.